Ну, то, что эпидемия гриппа существует, это да, это сезонное заболевание, это первое. Но также эпидемия, вы знаете, я бы сказал, гораздо глубже. На протяжении 18 лет существует олигархическая эпидемия, когда на протяжении 18 лет главной целью существования государства стала прибыль, а не простой человек. Когда рабочий человек, когда крестьянин, в конце концов, оказались вытесненты и вытеснены из государственной жизни. Вот эта ситуация, мы на прошлой неделе провели совещание, на котором было принято решение, что вся техника, которая находится в распоряжении Союза левых сил, блока левых сил, вся эта техника пошла в села. Вы знаете, это катастрофическая ситуация. На 18 сел один фельдшер. Это олигархическая эпидемия, и она не вылечится, если кто-то из присутствующих здесь олигархов станет опять президентом.